Привет! Расскажи, что тебе понравилось и впечатлило в Six Senses Ziggy Bay. Первое. Люди здесь очень улыбчивые, очень открытые. И вот прям искренне чувствуешь то, что они довольны тем, где они находятся, что здесь происходит. И они гордятся тем, где они работают. Это очень классно, это чувствуется в разговоре, это передается энергия тебе. Второе, конечно же, это такая концепция, где все-таки ты следишь за собой и морально, то есть та же йога, та же медитация, та же аюрведа. И физически, опять же, йога, питание. Это все очень-очень-очень такой комплексный подход к тому, чтобы быть чище морально, физически. Это очень классно. И последнее, это, наверное, природа, потому что здесь есть горы. Вот справа от вас находятся облака, вот видно наверху. Они как будто подходят к вам, перегривые лошадки. И с другой стороны просто подножье пляжа. Вода очень-очень приятная, и накопаешься в ней, не хочешь вылазить вообще. Так что вот именно такая благоприятная атмосфера, забываешь о том, что есть где-то занятость, что она вообще существует. Занятость здесь, она воспринимается как не смотреть. Поэтому здесь есть чем удивить и верблюдами, и финиками, и вот тем, как они работают, вообще над всем абсолютно, начиная от питания до, не знаю, до какой матрас, какая подушка, какие процедуры. Все очень покрывается, я много сказала. Используйте.